Мы продолжаем цикл сюжетов с известным саратовским краеведом и блогером Денисом Жабкиным. Новое кольцо на Московской Лермонтова станет отнюдь не садовым. Вместо давно обещанного горожанам сквера возникнет асфальтовая авторазвязка, которая, по идее, должна облегчить дорожное движение во время закрытия автодорожного моста через Волгу на ремонт. Небольшой участок улицы Лермонтова предполагается закрыть для двустороннего движения и пустить машины в обход этого участка вдоль нового корпуса гостиницы «Словакия» и бывшего здания бывшего речного вокзала. По словам Дениса, этот вариант дорожной развязки был признан лучшим из предложенных. Насколько эффективной мерой окажется ее строительство в борьбе с пробками – большой вопрос. Ведь будущая дорога займет место оживленной парковки у гостиницы и торгового комплекса. А значит, лакомый кусок земли в центре развязки займет, скорее всего, автопаркинг. Новую развязку планируют сделать уже будущей весной.